Беларусь вспоминает трагическую дату в истории. 37 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. Радиоактивное облако затронуло более 20 стран. В наибольшей степени пострадала наша республика. Загрязнено 23% территории. Это 3500 населенных пунктов, в которых проживало более 2 миллионов человек. С 1990-го на преодоление последствий из бюджета направлена сумма, эквивалентная 19 миллиардам долларов. В Беларуси начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы. Ее получат ветераны Великой Отечественной и те, кто пострадал от последствий войны – около 10 тысяч человек. Минимальная сумма – 850 рублей, максимальная – 2000. Также с 1 мая в среднем на 5% увеличатся выплаты по возрасту, по потере кормильца и трудовые пенсии по инвалидности. Ряды белорусской армии пополнили первые новобранцы. Всего на укомплектование в апреле-мае направят около 10 тысяч человек. Это стандартная цифра для весеннего призыва. Молодые люди отправятся в соединения и воинские части, во внутренние войска, органы пограничной службы и госбезопасности. Церемония принятия военной присяги запланирована на 20 мая. МВД с начала года зафиксировало более 700 фактов мошенничества в Инстаграм. Речь о случаях, когда люди перечисляли деньги за товар, но его не получали. Злоумышленники постоянно отслеживают тренды и быстро меняют схемы. Чаще всего звонят пенсионерам с требованиями заплатить за родственников, якобы виновных в ДТП. Из-за высокого риска пожаров в регионе введены запреты на посещение лесов. В списке Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Могилевский, Мстиславский, Славгородский, Хотинский, Чауский, Чериковский и Шкловский районы. За нарушение грозит штраф. Больше подробностей на сайте Минлесхоза.